День энергетика и 50-летие товарищества с ограниченной ответственностью Петропавловские тепловые сети. Сразу два праздника отметили в областном центре. В этот день энергетиков ожидали множество наград и от акима области Ерика Султанова, и от акционерного общества «Севкосэнерго». Благодарственные письма, почетные грамоты, нагрудные знаки получают самые яркие представители профессии. Материал Ксении Куценко. В фойе областного центра творчества детей и юношества виновников торжества энергетиков встречает оркестр. Живая музыка – лишь первый приятный сюрприз, подготовленный для специалистов этой отрасли. В зале нет свободных мест. Сегодня у энергетиков не только профессиональный праздник, но и юбилейная дата – 50 лет ТО «Петропавловские тепловые сети». За это время немало трудностей пришлось преодолеть, отметил глава региона Ерик Султанов. Надо отдать должное энергетикам северокавказцев. Мы помним 98-99 годы, когда было очень сложно в Северном Казахстане, особенно в городе Петропавловске. Температура в квартирах достигала плюс 5, плюс 6, и вот все это преодолено, и сейчас огромные инвестиции вносятся в энергетику. Вот известно, что за последние годы более 30 миллиардов тенге вложено только в ТЭЦ, в тепловые сети и в электрические сети. Главный подарок к празднику – награда за труд. Аслан Кусшибаев получает почетную грамоту акима области. На ТЭЦ-2 он работает инженером больше 6 лет. От моей работы зависит, чтобы вся связь работала вовремя, без перерывов, без перебоев. Поздравляю всех с праздником, всем дом тепла, света бесперебойного. Награда таким областью удостоены 7 специалистов энергетической сферы. Следом самых ярких представителей профессии отмечает и руководство компании. Звание заслуженного энергетика удостоен Евгений Уштанит. Свою награду он получает из рук президента акционерного общества «Центральная азиатская электроэнергетическая корпорация» Еркина Амирханова. Профессию выбрал благодаря своим родителям. Мои родители отработали, отец с мамой, более 40 лет на предприятии. Общий стаж нашей работы в семейной больше 100 лет. Профессия очень интересная. За 21 год, это уже, скажем так, третье предприятие, на котором я работаю. Не забыли сегодня и про ветеранов отрасли. Благодаря их труду компания укрепила свои позиции полвека назад. Знания они передали молодым специалистам, которые сегодня успешно продолжают это дело. В этом году мы заменили два участка наших основных тепломагистралей. Это ТМ-1 и ТМ-3, что позволило намного проще управлять городом, что позволило снизить аварийность в наших сетях. В ближайшие 3 года нами разработана инвестиционная программа, финансирование у нас будет. За нами остается только одно – выполнить те объемы, которые мы наметили, и показать снижением потерь, снижением подпитки, снижением аварийности работоспособность нашего коллектива. Большой праздничный подарок преподнесли энергетикам творческие коллективы Петропавловска. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК.